Вести Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Предприятие «Карачаево-Черкесия» успешно осуществляет маркировку минеральной воды. В республике объявлен пожароопасный сезон. В региональной столице стартовало благоустройство Новогородской аллеи, и в Архызе прошел день зимних видов спорта. Далее подробности. Предприятие «Карачаево-Черкесия» успешно осуществляет маркировку минеральной воды. Еще в декабре 2021 года стала обязательной маркировка упакованной минеральной воды, а с 1 марта прошлого года – обычной питьевой в бутылках. С 1 ноября прошлого года все, кто производит и продает маркированную воду, должны вести объемно-сортовой учет во время приемки и при выбытии товаров по любым причинам, кроме продажи. На сегодняшний день предприятия региона, уложившись в установленные сроки, успешно осуществляют маркировку производимой ими продукции. На территории Карачаево-Черкесии осуществляют деятельность по производству упакованной воды 20 предприятий. В их числе 4 крупных производителя – «Аквалайн», «Меркурий», «Карачаевский пивзавод» и «Архыз Оригинал». Производство оснащено самыми современными линиями розлива, в том числе от линии мировых производителей оборудования. Система автоматического розлива, укупорки, упаковки, палетизации роботам позволяют увеличить производительность и гарантировать стабильно высокое качество. В основном местом добычи воды является Архызское ущелье. Продукция представлена в широком ассортименте в различных объемах упаковки от 0,5 до 19 литров. Отметим, что экспорт упакованной питьевой воды является одним из ключевых показателей роста экспорта региона в сельском хозяйстве наряду с экспортом продукции животноводства и растениеводства. Экспорт из Карачаево-Черкесии в Перу. Как организовать? Об этом расскажут на совместном вебинаре Российского экспортного центра Дмитрия Родригес-Попова, представителя Министерства сельского хозяйства России в Республике Перу и представителей консалтинговой компании SHV Abigados на тему «Рыбный рынок Перу. Возможности экспорта». Мероприятие пройдет 9 марта. В Общественной палате Республики прошло пленарное заседание по избранию своего представителя в состав Общественной палаты Российской Федерации. Выборы прошли путем тайного альтернативного голосования членов общественной организации. Всего были выдвинуты 2 кандидата – председатель Республиканского общественного движения «Руси» Евгений Жидяев, а также директор Северокавказского института филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны Азамат Тлисов. В ходе альтернативного голосования с подавляющим большинством голосов 28 из 33 членов общественной палаты страны от нашего региона был избран Азамат Тлисов. Представлять республику в Общественной палате Российской Федерации – это большая ответственность, представлять многонациональный, многоконфессиональный народ Карачаево-Черкесии и говорить, во-первых, о возможностях, о колоссальном потенциале, о колоссальном культурном наследии, которое есть у народов нашей республики. Безусловно, это великая память, великие возможности, которые здесь сосредоточены. И понятно, что вопросы, которые сейчас беспокоят граждан региона, они очень созвучны с теми вопросами и проблемами, которые есть во всех регионах страны. Это вопросы образования, это вопросы развития промышленности, вопросы развития туризма. Но всеми этими богатствами наша республика обладает. Поэтому очень важно, чтобы это объединение людей, именно вот такое согласие, которое, на мой взгляд, в республике удается достигать, и во многом заслуга и граждан, и общественных организаций. И, безусловно, то, что эти запросы слышит правительство региона и старается эти проблемы решать. Поэтому, мне кажется, вот этот формат соработничества, когда общественные институты, общественная палата включаются в решение проблем, поиск решения этих вопросов вместе с органами исполнительной власти, это и есть формат, когда все вместе объединяются для решения вопросов региона и для того, чтобы регион мог развиваться, двигаться вперед. Вакцинация от полиомиелита, поддержка детей-участников специальной военной операции, конкурсы профмастерства среди педагогов и финансовое поощрение молодых ученых. Эти и другие темы обсуждались в прямом эфире с участием министра образования и науки Карачаево-Черкесии Инны Кравченко, который прошел на базе Центра управления регионом. Разумеется, самым обсуждаемым в последние дни стал вопрос, связанный с туровой вакцинацией от полиомиелита. И вот как его прокомментировала министр Инна Кравченко.
На сегодняшний день по каждой образовательной организации уже принято решение. Те ребята, которые привились, они остаются в очном формате в образовательной организации. Те ребята, которые на сегодняшний день отказались от прививок, они также могут, если позволяют возможности образовательной организации, остаться в стенах образовательной организации. Для них будет специально сформирован класс или зона определенная, выделена в образовательной организации для проведения образовательного процесса. Что касается дошкольных образовательных организаций, то сегодня в целом по республике проблем для создания условий по присмотру и уходу нет, потому что очень достаточно просто нам сегодня создать условия в дошкольных образовательных организациях. Есть отдельные групповые ячейки с отдельным входом-выходом, отдельные зоны для приема пищи, поэтому дети не пересекаются. Проблем у нас по детским садам сегодня для разобщения детей дошкольного возраста нет. Между тем, в республике завершился первый тур дополнительной иммунизации от полиомиелита. Двухтуровая иммунизация велась в период с 27 февраля по 5 марта. Следующий состоится с 3 по 9 апреля. Напомним, вирус полиомиелита поражает в основном детей в возрасте до 5 лет. За считанные часы он может привести к общему параличу. Полиомиелит неизлечим, соответственно, единственным эффективным методом профилактики этого опасного заболевания на сегодняшний день является вакцинация. Необходимость в вакцинации связана со сложной эпидситуацией на Северном Кавказе. С одной стороны, в Северокавказском федеральном округе выявлена циркуляция полиовируса. С другой, из-за отказа ряда родителей от плановых прививок снизился уровень коллективного иммунитета к полиомиелиту. Священнослужители в один голос напоминают, что безответственное отношение к своему здоровью – это и есть тяжкий грех. Комментирует благочинный Северного Карачаево-Черкесского церковного округа Александр Нартов. Я не являюсь врачом, я не могу быть компетентен, но я знаю одно и хочу к этому всех призвать. Одной из добродетелей, которую христиане должны во время этих дней попытаться в себе воспитать или попытаться к ней приблизиться, она называется послушание. Мы призваны слушаться Господа Бога, Его заповеди, Его волю. Мы призваны слушаться старших, своих родителей, своих наставников. И, конечно же, в данном случае мы должны слушать компетентных людей. Это врачи, это медицина, которая уже веками занимается проблемами здоровья. И, конечно же, я призвал бы всех, братьев и сестер, всех христиан, слушаться врачей, внимательно относиться к собственному здоровью. И, конечно же, это здоровье не использовать во вред себе и близким, но использовать его во благо. Жители Карачаево-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Для чего это необходимо и куда обращаться, расскажет гость студии, начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаево-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр «Мой бизнес» по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 муниципалитетах. Будут установлены детские, игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также уличное освещение, лавочки и урны. Общественные территории будут благоустроены в Черкесске. Это каскадная лестница на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», Карачаевский, аллея по улице Мира, а также в Узджугуте, Преградненской, Медногорском, Эркин-Юрте, Апсуа, Хабези, Инжичикуни и Псыжи. Одна из этих 12 общественных территорий – это Центральный парк в Усть-Джигуте, победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его строительство, которое планируется начать в текущем году, должно завершиться до конца 2024 года. А еще один победитель в таком же конкурсе – парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске – откроется уже в мае этого года. Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда».
В южной части Черкесска на улице Даватора в скором времени появится новая аллея. Демонтаж старого асфальтового покрытия уже начался. Вскоре строители приступят к установке 700 бордюров и укладке 1300 квадратных метров тротуарной плитки. Протяженность общественной территории составит 158 метров. По словам мэра города Алексея Баскаева, место отдыха будет оснащено 10 лавочками, урнами, а также различными малыми архитектурными формами. Уютный теплый свет на аллее обеспечат 10 трехрожковых фонарей. Баскаев делал акцент на том, что строителям поручено не затягивать с благоустройством ни на одной из стадий. Свыше 150 километров федеральных дорог в трех регионах Северного Кавказа защитят слоями износа. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. По заказу ФКУ «Пордор Кавказ» обновят 9 участков автодорог. 5 на Ставрополе, по 2 в Чечне и Карачаево-Черкесии. Из них в 2023 году восстановят ровность и сцепные качества дорожного покрытия на 116 километрах, а в 2024-м – на 37. На автодороге А-155, ведущей к курорту Домбай в Карачаево-Черкесии, до конца 2024 года защитные слои устроят на 20-километровом маршрутном отрезке Кумыш-Чингирик. Из них 10 километров введут в этом году. Благодаря принятым Следственным управлением Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии мерам, руководитель коммерческой организации возместил причиненный бюджету страны ущерб на сумму более 45 миллионов рублей. Следствием установлено, что в период с января 2018 по январь 2020 года в рамках налоговой проверки, проводимой в коммерческой организации, специализирующейся на торговле автомобильными деталями, были выявлены многочисленные нарушения в декларациях компаний, что повлекло недоимку в казну в особо крупном размере. Жительница Тиберды лишилась 320 тысяч рублей, поддавшись на уловки мошенников. 28-летний пострадавший на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Злоумышленник сообщил, что идет мошенническая атака, пострадавших около 100 человек, и чтобы обезопаситься от мошенников, ей необходимо получить кредит. Следуя руководствам злоумышленника, женщина получила кредит в размере 320 тысяч рублей, который перевела 32 транзакциями на разные абонентские номера. МВД по Карачаево-Черкесии в очередной раз призывает жителей к бдительности. Не стоит доверяться незнакомым людям и их обещаниям. Мошенники используют любые предлоги, чтобы получить ваши деньги. В связи со сходом снежного покрова, установлением положительных среднесуточных температур воздуха, а также просыханием поверхности почвы и надпочвенного покрова в республике объявлен пожароопасный сезон. Ограничений при посещении лесов для населения не предусмотрено, но усиливается контроль за соблюдением пожарной безопасности. В частности, запрещаются отжиги прошлогодней травы. В целях подготовки к пожароопасному сезону проведена ревизия сил и средств пожаротушения. Региональная Минприроды просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, обязанности лиц, находящихся в лесу, исключить возникновение внешних источников зажигания. В атаманском зале Кубанского казачьего войска города Краснодара заместитель губернатора атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов встретился с казаками, представителями православного духовенства, общественных организаций, диаспор, депутатами, индивидуальными предпринимателями из Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, принимающими активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи на территорию новых субъектов страны. В мероприятии принимал участие священник Никольского собора Черкесска Александр Гурин. Отец Александр рассказал о работе, которая осуществляется на территории Карачаево-Черкесии представителями казачества, прихожанами, духовенством и общеобразовательными учреждениями. Александр Иванович выразил слова благодарности казакам Баталпашинского отдела, духовенству и добровольцам, учащимся Центра образования номер 11 Черкесска за помощь, которая была оказана военным и мирным жителям Донбасса. Священник также передал атаману кубанского войска сборники баталпашинских чтений. 8 марта радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесии включит архитектурно-художественную подвеску в Черкесске в честь Международного женского дня. –
Праздничный сценарий подвески будет работать с 19 до 23 часов. Башня засияет разноцветными гирляндами, беговой дорожкой тюльпаны и розы, а также будет показана надпись с Международным женским днем. Поздравления, изображения роз и тюльпанов и других символов праздника покажут телебашни Казани, Калуги, Костромы, Кызыла, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Пензы, Перми, Самары, Саранска, Тамбова и других городов России. В рамках клуба выходного дня в минувшие выходные посчастливилось отдохнуть 60 учащимся из Зеленчукского района, отличившимся в учебе и спорте. Ребята отдохнули в гостинице «Гранд Виктория Домбая». Для них были организованы мероприятия гражданско-патриотической направленности. Командно-историческая квест-игра «Мы патриоты Родины своей» выявила уровень знаний по истории, военному делу и первой доврачебной помощи. Дети проявили сноровку, быстроту мышления и сплоченность. Победители были награждены маленькими сувенирами. Экскурсия по Домбаю, путешествие по канатной дороге позволило насладиться красотами горного пейзажа в снегопад. 10 марта в Республиканской государственной филармонии русский театр драмы и комедии Карачай-Черкесии представит спектакль «Великолепная семейка». Действие происходит в семье двух почтенных дам, которые живут в старинном особняке. Конечно же, они становятся мишенями не только для своей семьи, но и для всевозможных дельцов, которые рады заполучить такой дом. Режиссер постановки Валентин Бирюков. В Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики «Спутник» подвели итоги реализации проекта «Испытание аулом», в котором приняли участие ученики школы кино «Киностарт», создатели, актеры, съемочная команда фильма и партнеры проекта. Проект был реализован при поддержке фонда президентских грантов и подразумевал создание полнометражного художественного семейного фильма, сделанного в регионе. В течение нескольких месяцев творческая команда под руководством опытных кинематографистов из Москвы, Казахстана и Башкортостана вела съемки в ауле Кызылтагай, Ногайского района и Черкесске. Живой и динамичный сюжет в комедийном ключе рассказывает историю Тимура, городского 11-летнего блогера, который заключает пари с отцом, что без особого труда сможет месяц прожить в ауле. Там его ожидает череда испытаний и маленьких открытий. В поселке Архыз прошел день зимних видов спорта, посвященный 22-м Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В мероприятии приняли участие большое количество участников из разных городов и районов республики, которые, несмотря на погоду, с удовольствием посоревновались в хоккее на снегу, проверили свои командные качества в перетягивании каната, снежном дарте, прокатились на ватрушках и, конечно же, вкусно поели. На курорте Архыз с 10 по 12 марта пройдет ежегодный фестиваль электронной музыки и спорта «Ритм гор». Любители активного отдыха ждут экстремальные соревнования, выступления артистов, кинопоказы, лекции и мастер-классы от профессиональных райдеров. Начнется фестиваль массовой спортивно-танцевальной разминкой на главной площади курорта в поселке Романтик. В программе первого дня дневная вечеринка под сеты диджеев на открытой веранде ресторана «Вкус гор», вечерние кинопоказы, встречи со спортсменами и лекторию об экстремальной культуре сноубординга. 11 марта в сноу-парке на выкате южного склона в Романтике пройдут спортивные соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу. Профессиональные райдеры покажут трюки на перилах, дропах, боксах, слайдерах и трамплинах. 11 и 12 марта также на курорте и в поселке Архыз запланированы вечеринки на открытом воздухе, концерты инструментальной музыки и выступления приглашенных диджеев. Хедлайнеры фестиваля приедут из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Пятигорска. Спортсмен из Карачая-Черкесии Исмаил Махожев стал призером первенства России по самбо. Он провел 8 схваток, причем с растяжением связок, и привез золотую медаль. Еще один победитель – Азнаур Папшуов. Он одолел всех своих соперников возрастной категории от 18 до 20 лет и получил специальный приз в номинации «Лучшая техника». Теперь у наших спортсменов есть право представить сборную России на первенстве мира по самбо. Таковы некоторые события республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!